У дні восеньских каникул Гомельский областный драматичный театр подрыхтовал для школьников творчий подарунок. 31 кастрычника, так само 1 и 3 листопада, дитячую и юнацкую аудиторию запрашают на спектакль «Лятучий корабель». Показы пройдут в рамках акции «На каникулы у театр». Початок у 11:00. Юных глядачов чекает грандиозное шоу с пригожими декорациями и костюмами, музычными и хореографичными номерами, световыми спецэффектами. Подчас прогляду казки маленькие театралы сустрянут с простодушным Иваном и хитрым полканом, капризной царевной забавой и наивным батюшком-царом, а так само веселым хором бабок-ежек. Спектакль «Лятучий корабель» створенный по мотивах мультипликационного фильма. У его музычном наполнении выкорыстаны как легендарные советские, так и сучасные шлягеры. Постановка подается как вершаванное оповядание и уздымая с подвечно актуальные темы добра и зла, человечьих почутев и относинов до людей. Мы всегда в дни школьных каникул стараемся порадовать нашу юную аудиторию, школьников, и поэтому 31 октября, 1-3 ноября показываем «Летучий корабль». Этот спектакль стал любимым не только у школьников, но и у взрослого населения, потому что там звучат хиты музыкальные, как из мультфильма, которые все помнят и любят «Летучий корабль», так и современные хиты. Поэтому всех ждем в театр, на каникулы в театр.